Всем привет! Вы на канале Fox Tale, с вами Катерина, а это Вампир и Маскарад Blood Hunt. Знавала я такую игрушечку под названием Вампир и Маскарад, старенькая, классная, интересная. Убивалась я в нее прям с удовольствием. Это тоже выглядит неплохо, в Steam игра заявлена. Как? Королевская битва, сейчас она в раннем доступе, давай смотреть вместе. Изучать. Вот сейчас обучение проходит. А что, сентябрь, время учиться. Детки учатся в школе, студентики учатся, и вампиры учатся, и мы с тобой тоже будем учиться. Прислушайтесь к обостренным чувствам, найдите смертного, чтобы поесть. Нажми Х, чтобы обострить чувства. Нажмем Х. Я вижу донора. Ну, донор стоит, говорит, ты кровь мою хочешь? Хочешь? Четвертое положительно, без ГМО, на натуральной морковке выращено. Здравствуйте. Удержите, чтобы питаться. Подкрепитесь смерть. Нажмите пробел, чтобы прыгнуть. Подожди, давай, ну я вот. Как я могу. Покажи, как ты умеешь. Ох, ты мой спортсмен. Нажмите КТРЛ для скольжения. Для скольжения. Это надо бежать, да, и скользить. Тик-тик-тик-тик-тик. И прям по заднице. Поехали мы с тобою. По грязи верну. И по заднице, и по грязи. Короче, мокро теперь, мужик. Ну, вампиры. Ни холода не чувствуют, жары не чувствуют, ничего не чувствуют. Чувствуют голод. Эй, говорит, а ты мужчина или женщина? Мужик. Бомжом будем питаться. Нормально? Нормально. Бомжи тоже люди. У них тоже есть кровь. Не такая свежая, сочная, как у юных девственниц. Но в целом... В Праге нет тупиков. Вы можете подняться по любой стене. Ага, хорошо. Мы с тобой в Праге. Спасибо, боженька вампирский. А что-то красным тут все так, да? А тут серенько, а тут красненько. Если бы я такое в жизни увидела, я бы маленько прифигела. Ладно, поднимитесь до метки. Вижу метку. А вижу пробел и... Опа! Ой, как офигенно! Пум-пам! Ой, не-не-не, дурак, давай вот сюда! Класс! Ты это, предок Спайдермена? Кровь, вытри, вытри кровь, не позорь нас. Стена какая-то кровавая стоит. Никогда не понимала, как вампиры пья кровь, пья, да, ее вот так вот по лицу размазывают. Я же когда вот супчик ем, я же не размазываю еду. Можно же аккуратненько клычочки свои воткнуть, как комарик. Как комарик, клычочки воткнуть, и не это. Йо-ху! Слушай свои чувства, найди смертного с резонансной кровью. Ой, как классно мы с тобой покоцали стену. Есть четыре типа резонанса, каждый со своими преимуществами. Изучайте их преимущества, выберите тот тип, который вам подходит. Деточки маленькие, свеженькие, хорошенькие мне подходят, а? Такие пухленькие. Люблю деточек, молочком пахнут. Видел, как мы по стене с тобой скользили, а потом, о, реновация, дом старый, пора всех переселять. Так, прислушайтесь к обостренным чувствам, найдите смертного с резонансной кровью. Жахнуло где-то. О, вон стоит он. Вон он стоит. Ну, пойдем к нему. А как пройти к нему? Прага, город несбывшихся надежд и новой крови для вампиров. Ни хрена себе у вас остановки. Офигеть, да? А что мы здесь ждем? Автобусы тут не ходят, велосипеды. Значит, только велосипедистов, которые подвозят нас. Здравствуйте, говорят, у вас кровь особая. Особая, говорит, кровь. Удержите сангвиник. Тут, я думал, тут первая, вторая, третья, пятая, десятая кровь. А здесь холерик, сангвиник, меланхолик и немножко депресневик. Видимо так. Сангвиник, резонанс крови от 0 до 0,5 единиц здоровья в секунду. Фе, удерживайте, чтобы питаться, давай. Ой, я сангвини, кстати, наполовину. Ну, там сейчас, когда тесты делаешь, а ее прям всю сосать. Можете воспользоваться своими силами, чтобы спастись или дать отпор? Нажмите Е, чтобы использовать силу архетипа. Попробуйте использовать волновой удар. Баба, ну прости, господи, но ты под удар попал. Ой, Игорь, у меня только кровь моется. Холерик. Нихера себе, подожди! Правильное применение силы требует опыта и практики. Я хочу холерика. Холерик, стоять! Стоять, мать, падла такая! От 0 до 10% к урону в ближнем бою. Я люблю холериков! Они дают вкуснотюшку. Ой, стой, стой, стой! Офигеть, ты видел, там даже в окнах есть люди. Не хухры-мухры. Визуально очень красивая игра. По ощущениям движения персонаж тоже все классно. Плюс ко всему тут всякие штуки-дрюки. У кого-то маленький садик. Кто-то тут уже раздел. О, мой брат-собрат. Куда взобраться? Не надо забраться. Тут тоже живет вампирюка. Дракулит вампиреныш. Взобраться.
А можно я вот открою дверь? А, нет, это я так забираюсь, забыл. Подожди, наешь. Запечатан, говорит, тебя не приглашали, морда грязная. Кстати, мне не дали выбрать женского персонажа. Мне вообще ничего не дали выбрать. Он видел, мы с тобой в игру вместе загрузились. У-ху! Есть. Неплохо. Вот мы с тобой на вершине. Вам понадобится оружие. Ищите предметы и снаряжение с помощью особых чувств. Ну, посмотри на меня. Я сам орудие. Орудие крутое. Ага, нашли, нашли. Что-нибудь еще нашли? Больше ничего не нашли. Так, ну давай. Щах! Блин, прыжки просто отлично сделаны. Была бы я человеком, захотела бы стать вампиром только ради прыжков. Что у нас тут есть? Кого-то убили. Это значит, что парный арбалет, одиночный огонь. А я что, не буду просто так вот настрелять? Вампиры, стрельба. Как-то это выбивать из атмосферы. Помповый дробовик. Револьвер. Томиган. Давай томигана возьмем. Мелкий калибр. Нормально. На крупную дичь мелкий калибр подойдет. Меняйте. А, я все могу взять? Ну, давай парный возьмем. Есть и другие полезные элементы снаряжения. Броня, очевидно, дают дополнительную защиту. А тебя тоже могу взять? А, нет, верни мне назад томигана. Короче, у нас с тобой есть арбалеты парные. И есть томиганы. Томиган, томиган. Томиган похож на этого из мафии оружия. Хорошо, стоп, подожди, что он мне говорит? Найдите расходники броню. Броню надо найти. А вон броня валяется. Или это еще одно оружие? О, нет, броня. Броня. Легкий пулемет. Крупный калибр. Дайте мне пулемет. Хрена себе, мы с тобой будем с томиганами и с пулеметами. Осмотритесь, наденьте броню. Откройте вещи на И. Агась. На 6 нажать? Или как? А, вот как. Ну все, никакая людская армия нам не страшна. Доберитесь до метки, чтобы продолжить. Хорошо, погоди. Сейчас. А это все. А это то, а это то, а это опять наверх нам с тобой. О-о-о! Секущие клинки! Где? Убери! Убери вот это вот. Вот это вот убери. А, то есть они у меня как дополнительные идут. А как их достать? Я не знаю. Нейтрализатор красного газа. Парные пистолеты. Не, не надо. Клинки у меня с собой, только я не поняла, как их брать. Ладно, разберемся потом. Чай не дураки, вампиры же. В город вошли солдаты, которые нападают на нас. Боритесь с ведомством, но оценивайте риск. У солдата можно разрешиться оружием и припасами. Тебя убить? Не, ну это же... Ага, ну конечно, с моим-то оружием с такого расстояния не убьешь. А если в полете? А, тут даже прорисовка была дальность, да? У-ху! Да нахрен тебя! Ты что, еще живой? А если вот кровь? Кровь! Дай мне кровь его! Вот! Блин, я не знаю, что-то вампиры с оружием, я поняла. Выпейте кровь представительству ведомости. Потрать время, чтобы закрепить полученные знания. Применяйте свои знания на практике. Когда будете готовы завершить обучение, покиньте учебную зону. Возьмем? Возьмем. Хорошо. Понятно. То есть мы можем тут бегать, стрелять, пить кровь, применять свои спецумения. А потом уже можем с тобой идти на королевскую битву. Где? Как мы знаем, королевская битва – это когда кольцо сжимается. Всякое кольцо мое в том числе. Вот. А отстань, не гунди. Там, видимо, будут другие люди. Ну, с ними тоже можно побиться. Почему нет? Мне кажется, интересно будет. Сейчас еще чуть-чуть постреляю. Вот здесь буквально минутушку. Вот тут меня куда-то ведет. А ты меня куда ведешь? Ага, примите свои... Все это типа на выход? Да, прикиньте. Ну, пошли. Ну, пошли стреляться в королевскую битву. Бруха предпочитает сходиться в драке. Я помнила, что в вампирах маскарад там были подклассы, да, там на Носферату, потом
тут еще были всякие такие прикольные штуки. Вот оно! Да, я этого и хотела. Выбрать архетип. Диверсант. Скрытый траппер. Перемещается от тени к тени. Диверсант использует защитное устройство для наказания утративших бдительность врагов. Хорошо, дальше еще кто у нас есть? У него есть силы. Какие у него есть силы? Исчезновение. Вы ненадолго становитесь невидимым, быстро перемещаетесь. Огонь. Снижает заметность при приседании. Бросаете бомбу, которая взрывается и выделяет ядовитый газ. Это диверсант. Это кто? Это Громила. Говорит, добро пожаловать, моя любимая смертная. Я вас разгромлю. Защитник первой линии. Громила приходит на помощь союзникам, защищая их и не позволяя врагам подойти. Волновой удар. Это мы уже с тобой знакомы. Мы с тобой начинали за Громиру. За Громиру. За Громиру в том числе. То есть прыгаем мы с тобой круто. Мы с тобой восстанавливаем половину здоровья. И волновые удары бьем. Вандал. Ай, ё-моё. Ой, я говорю, хотите, ждали меня? Ждали. Вот я, Джеки Чан, пришел. Напитывает кулак невообразимой силы, сходится с врагами лицом к лицу, одерживая верх за счет стойкости сокрушительных ударов. Это круто. Дерзкий задир. Мне кажется, это про меня. Мы также круто прыгаем. Мы с тобой даем среднюю сопротивляемость урону вблизи врагов и прыгни вперед и ударься о землю, чтобы нанести урон и подбросить врагов. Неплохо. Диверсанты читали проходимец. Ага, шлип такой. Это женщина. Мать моя женщина. Это она, это женщина у него. Он сиськи и лифчик. Шныряка. Где такой нарик? Нарик, короче. Подчиняет животных собственного внутреннего зверя. Проходимец обретает непревзойденные способности по выслеживанию и нахождению врагов. Что у него есть? Летучая мышь, разведчик. Нюх зверя. Враги с тяжелыми ранами оставляют след. Исчезновение. Опять становится немножечко невидимым, быстро перемещается. Искуситель. О, говорит, это я. Да, здравствуйте, здравствуйте, мадам. Леди, можно вашу ручку пососать? Искусители всегда рады возможности блеснуть своей красотой и ослепить ее врагов. Проекция или рывок. Вы создаете и спускаете собственную проекцию, с которой можно совершить рывок. Ага. Очарование сородича. Окружающие нейтралы попадают под действие чара, временно появляют дружелюбие к вашей команде. И слепящая красота постепенно изливает чистейшую красоту, ослепляя находящихся поблизости врагов, нанося им урон. Нет, не хочу за метросексуал играть. И муза. Устала от перегруза. Если союзник дрогнет, муза спешит на помощь и вдохновляет его завораживающие песни на дальнейшую борьбу. О, поддержка, саппорт пришел. Сила, короче, она поет и... Так, она поет, лечит себя и союзников. И если вы получаете урон во время действия, способность лечения прерывается. Короче, ты поешь и хилишь, но если что, полба получишь, петь ты не сможешь, ничем не поможешь. Последний акт сразу сбрасывает перезарядки, позволяет использовать силы, когда вы при смерти... И такую же проекцию с рывком. Нет, мне муза не нравится. Мне больше всего, знаешь, кто понравился? Диверсант? Нет. Вандал. Да, вот мне вандал понравился. Что еще раз вспоминаем? Дает среднюю сопротивляемость урону. Это неплохо. И у него такая попыщенная ауешка, так об землю башкой. Зубами практически вгрызся в землю. Все подбросились. Ну и прыжок офигенный. Давай попробуем за вандала. За бруху вандала. Бруха Громила, бруха. А это Носферат. А это тоже Носферат. А это Ториадор. Вот, Ториадоры. Получается, у нас с тобой здесь, грубо говоря, как три класса. Ториадоры это такие, ё-моё, на храм и кобыль ко мне не подъедешь. Носферат это наркоши, да? Такие, в темноте. Говорит, есть что закурить? Нет, найду и прочее. И брухи такие, слышь, сейчас разнесу все. Давай, стрелку забьем. За вандалом. Войти в Элизиум. Давай войдем в Элизиум. Отлично, открыт ранний доступ. Сородичи, мы продолжаем развивать игру и выводить ее в ранний доступ. Присоединяйтесь к нашему тестированию. Вот, в принципе, можете зайти тоже потестировать. Закроем. Вот она я, вот они мы. Отойди, пожалуйста. Смотри, это я. Мужчина или женщина, не знаю. Вроде, по-моему, грудь просвечивается. Да, это такая некрасивая женщина. Будем считать, что это красивый мужчина. Просто у нее грудь немножко большая. А что у меня есть? Ежедневные испытания, боевой абонемент первопроходца, уровень 1. Играйте за определенный клан Ториадор. Не хочу за них играть, я бруха. Бруха не Ториадор я, а кто я? Вандал, вот. Кустас, хранитель Элизиума. Привет, давай с тобой поговорим. А приветствую. Вижу, вы здесь новичок. Я Кустас, хранитель Элизиума. С удовольствием оказал бы вам радушный прием, но ситуация не располагает к любезностям. А поступающие крохи новостей воистину ужасны. Если готовы помочь, поговорите с Кириллом. Он сейчас на балконе за моей спиной. Скорее всего, предается мрачным думам.
Говорят, нам почти удалось заключить соглашение с анархами, но они предали нас, и теперь мы можем лишь уничтожить их. Кириллка где? Где Кириллка, где Мефодия? Оп-оп-оп. Ой, прыжки здесь просто отличные. Я как бы это... За моей спиной, он говорит. Вон там, что ли? Я как бы биться хочу. Пацаны, а где Кирилл? Кирилла не видали? Не видали Кирилла? Кирюх, а? Книги печатает, буквы изучает. Вон, вижу, Кириллка стоит. Подожди, рассосись, дай с Кириллом поговорю. Ни хрена себе, ты крутой. Чё ты там губками шевелишь? Я Кирилл, шериф этого домена. Мне нужны добровольцы для отправки в старое место и борьбе с анархами. Перебей их и выиграй нам время. Договорились. Фокс, 13. А, привет. Так, что у нас здесь? Переключить чаем и пулемет, осмотреть. Ой, я нажала осмотреть его. Пулемет времен Первой мировой войны. То есть у нас здесь есть оружие, но вот, наконец-то оно появилось. Но не все показывается почему-то, я не знаю, фиг с тобой. Коллекционные предметы, разговоры, то есть все разговоры записываются, храните молчание, иначе все будет использоваться против вас. Дневник есть, испытания есть, архетипы есть. Это мы с тобой уже все изучали. Персонализация. О, я могу перерадзиться. А? Ой, господи, ты действительно женщина. Вот, пусть лучше так, будем считать, что ты мужик. Ё-моё, пирсинг можно вставить. Очки и прочее. Ёпа-мать, красота какая. Эмоция. А, насмехаться. Гони волну. А-та-та-та-та-та. Красота или пота. О, как я умею. Шоу-танцы плачут по мне. Всё, его не остановить. Баб наш красив, больше не остановить. Флаги игроков, ничего пока у меня не выбрано. Ладно, посмотрели, тут есть магазинчик, где все можно покупать за денежку. А у нас с тобой ноль денежек. Боевой абонемент. Ух ты, скиталец, это что такое? Выживальщик, то есть мы можем какие-то абонементы купить, да? И нам дают костюмчики различные. Значки игроков, флаги и прочую красотюшку. Прикольно. Ладно, пошли дальше. Мужик, а как на битву-то отправиться? Открыта новая запись в дневнике. О, F1 готов. А готовы? Готовы, давай. Все, погнали биться, значит. Это битва за выживание. Если вы хотите пережить ночь, приготовьтесь к бою. Это я, типа, нет, ну, не попадайте я. В коварный. Наверное, там прически газ. Можно еще поменять. Красный газ не попадать, хорошо. С ведомством, угу. Но оценивайте риски. Это я вот мертвая, стопудово. И становитесь сильнее. Но бойтесь нарушить маскара. Маскара, ты маски не срывайте, а то... Да, будут на нас охотиться. Вам понадобится любое преимущество. Вся ваша хитрость и все мастерство. Только с ними и столикой удачи вы одержите победу. Лихо. Виктори. Не знаю, Виктори или не Виктори, но мы сейчас... А в смысле? Я думал, вы меня... А, подбор игроков идет. Подожди пока идет. Подбор игроков, видишь? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас мне найдут самых лучших бойцов, чтобы на их фоне я смотрелась красоткой. Есть. 3, 2, 1. Вперед! Так, выбираем место на карте. Где? Да, на стройплощадке. Подальше, так сказать, от центра, ото всех будем потихонечку между листами гипсокартона СБшечки за 3000 рублей пробираться. О, там у меня враг рядышком со мной. Мой противник. Как весело начнется-то у нас игра. Ну, в принципе, они довольно-таки раскучковались. Все потихонечку где-то начинают. Что? Громила, вандал. Вандал же у меня, да? Диверсант, проходимец. Давай за диверсанта, смотри, наркоман Павлик. А? Будем за него играть? Валера пусть будет. Наркоман Валера без волос. Говорит, я волосы мои видела? Нет, я тоже не видела. Так, ну что, моя лысая чесночная головка? Встали, распрямились, волосы на груди расправили и погнали. Цель кровавой охоты. Уже пометь. Двоих уже кто-то пометил. Ни хрена себе бойцы собрались. Мужик стоит. Такси заказывает. А, это женщина. Дорогой, говорит, пожалуйста, это мое такси. Не заменимай его мне в больничку ехать, колени лечить. Вы видели, как я на жопе проехалась? Показать еще? Ох, как красиво, а? Ё-моё, кровь набрать.
Кровь это хилочки, хилочки. А хилочки это всегда хорошо. А хилочки это всегда замечательно. Это что у нас на велосипеде? Можно тут на велосипеде? Где-то это прикол был. Придурочный Носферат едет на велосипеде, песенку себе поет. Но враги бы в ужасе были, говорили бы. О, сторонись этого дурака, подальше держись от него. Он стрелять не умеет, велосипедом всех давит. Уже смотри, пошли на тот свет первые игрочки. А у меня хорошее оружие. Где? 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 Тут уже сдох, кстати. Это труп же моего этого собрата распепеленный. В прах, так сказать, развеянный. Красивое место захоронения. Высоко сижу, пепел на всех скидываю. Я сейчас в снайпера играю. Смотрим, смотрим на добычу. На вампиров из других кланов. У нас тут клановая война. Все рассорились друг с другом. Носферат с Триадорами. Ты, говорит, вы напыщенные ублюдки. А вы, говорит, крысы помойные. Всех вас перестреляю. Газ приближается. Это не... Стена красная какая-то. Страшная. О, машинка мигнула, что ли? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что там на балкончике у нас? Броня лежит? Это мы с тобой удачно зашли, хозяева. Спасибо, что оставили нам броньку. Мажор недоделанный. Броню разбрасывают. Опа, опа. Зачем я там цепляю? А это за внутренние эти косточки. Носферат уж боли не испытывает. Прям себе, так сказать, болторезами загнал в кости броню. Зато не слетит, когда я буду бегать и прыгать. На Кью у меня... А что у меня на Кью? О, кто-то сказал. На Кью у меня невидимость красивая. Или это что такое? Вроде не нажимал ничего. Это я, наверное, когда присела, у меня сработало. Забавно, ладно, запомнили. А на Е какой-то крокодил. О, еще один мой собрат. Че они все со шприцами с кровью? Никакого оружия нету. Убиваешь, трупы забираешь. То ли кто-то качели качает, то ли кто-то стреляет. То ли кто-то башкой об решетку бьет. Странные звуки. Ух-ух-ух. Аптека, аптека внизу. Мы с тобой туда не пойдем? Мы с тобой туда не пойдем. Мы с тобой обойдем. Посмотрим, что у нас здесь. Потихоньку, смотри, количество игроков уменьшается. 26 осталось. Нам с тобой торопиться некуда. Тихим этим Носферату лазим по крыше. Ищем, какие закладки, какие отгадки. Может быть, найдем нашего противника, который тоже где-нибудь зашкерился. Тихий, спокойный райончик. Могут жить мамы с детьми. Не обращай внимания на вампиров, ползающих по крыше. Вампир ребенка не обидит. Знаешь такую поговорку? Вот. Кровь не соснет, только если у мамашки. Красивое здание напротив. Синее такое. Прям вот стиль игры классно сделан, выдержан. Интересно, это реально где-то какие-то дома из Праги взяли? Ну, бывает же там фотку, и ты точно такие же дома создают. Потому что очень красивая игра сделана. В целом персонаж очень классно ощущается. Прыжки вот эти, они просто бомбические. Жаль, нельзя статую скинуть кому-нибудь на голову. Нейтрализатор мы взяли газа, видимо. Оставим про запас. Так. Прям кто-то выносит на раз-два. Я думаю, вся бойня где-то в центре. Мы с тобой, конечно, по окраинам хорошо ходим. Ну, давай ходить здесь смотреть, любоваться. На фонарики, на крыше людей и цветочки сажают, и фонарики зажигают. Никто же не рассчитывал, что здесь будет битва века. Опа. Опа, 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 опа. Просто потрясающе я прыгаю, как Кинг... Ё-моё, как Кинг-Конг, говорю, по крышам. А сваливаю, как Годзилла, под воду. О-хо-хо-хо, ловушечка замечательно. Сами маму бы не попасться. Интересно, она меня сработает? А-а, хорошо. Чудесненько прошли. Пусть, знаешь, какой горемык попадет, мы с тобой станем этим охотником. Данди, блин. Семнадцать человек, а мне все больше нравится. Все больше нравится эта игра. Конечно, надо ко всему подпривыкнуть.
изучить карту, в том числе. Ни хрена себе! Боюсь, дивизию. Смотри, он прям руками, прям на меня, скотина такая. На тебе голову сверну. О, в крови скупались. М-м-м-м-м-м-м. Вкусно было. Хорошо. Шприц использовали, похилились. Замечательно. Что у него есть? Броня. Это все такое... все среднячок. Надень. Хотелось бы, знаешь, какую-нибудь классную эпическую броню. Во-первых, чтобы она и выглядела круто, а не всасывалась в меня, чтобы я ее надела. Издалека видно было, что я в кевларовой, красивой, красной броне, чтобы ни один враг ко мне близко не подошел. 250. 250 у меня хпшечка стала, жизнечка стала. Так, меня пометили, кстати, да? А один помеченный. 11 человек остался, один убитый. Аккуратно, потихоньку. Ой, говорит, как неожиданно ты напал на меня. Я просто стоял, рисовал граффити. О, вся морда в крови. Я говорю, нельзя так пить кровь. Ты же можешь аккуратненько, аккуратненько, как комаричек, хоботок свой воткнуть в еремную вену. И кровь высосать. Зачем вот это безобразие по всему лицу размазывать? Где-то справа звук идет. Слева, справа. Опа, 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 опа. Применяя оружие и силы на виду других, вы выдаете себя. А то я не знаю. Это тактика такая. Тактика называется. Тактика называется «Выживи, не умри». Вижу. Далековато. Вот так вот идти гораздо спокойнее. Вот за этого персонажа играть прикольно. Невидимость — это, конечно, круто. Если выбирать между невидимостью и каким-то суперударом, я бы выбрала невидимость. Если выбирать между полетами и невидимостью, я бы выбрала невидимость. Потому что кому нахрен нужны эти полеты, когда есть самолеты? А невидимость — это круто. Где-то он сверху на крыше был, да? Наверху он, да. Не, я смотрю, думаю, может, по карте он как-то отмечен, но ни хрена подобного нету. Шлеп. Кто-то где-то шлепал. Газ приближается. Стоп. Я не пойму, где стреляли. Да и хрен бы с ними. Сверху, наверное, на крыше. Женщина, ты что стоишь? Золотишко, говорит, выбирай мужа, жду. Он обещал мне колечко от Тиффани подарить. А вы ничего хотите, мне палец откусить? Да, нельзя. Оставьте мне кольцо помолвочное, хочу на него надеть. Смотри, здесь прям вообще бойня была страшная. Просто страхуильская бойня была. Все собираем. ПП с глушителем. Револьверчик. Что у меня там? Арбалетика. Все, выкинем нахрен. Вот. Вот так вот повеселее. Смотри, тут даже витрины обставлены классно. Тыковки всякие, цветочки растут. 8 человек, между прочим. 8 человек. Ага, вижу. Попрыгал. Ты видишь, как он прыгает, а? Раз наверх. Типа я его не вижу. А мы все видим. Мы с тобой орлиный глаз. Даром, что у нас морда некрасивая и выбита половина этих наших вампирских клыков. А это вот с женой так целовался мой персонаж, да? Она что же вампирша? Друг друга облобызали и немножко кожу друг друга содрали. Возможно, я иду на смерть, а возможно, я иду на победу. Давно прыгал? Зайчонок. Зайчик, выходи. Кровь твою мы сейчас попьем. Почему я, кстати, не могу их кровь пить? То есть подкрасться к вампиру и со спины так раз и кровь выпить. Было бы тоже прикольно. Ага. Кольцо сужается газа. Но мы пока вроде все нормально.
пока вроде нормально. Двигаемся, держимся. Сейчас уже такой этот момент игры, да, когда уже никто никуда не торопится. Все потихонечку хотят дожить до рассвета и спрятаться в своем гробу. Аркада. Красивое здание. Где-то будет встреча нас всех. Ага, пошла стрельба. Стреляйте, друг друга убивайте. А мы потихонечку вот здесь. Роль голубя. Голубя Валеры будем отыгрывать. Курлы-курлы, где моя эта кормушка? Где мои семки? Семки видел мои, не видел? Где-то очень рядышком стреляет. Когда они нападают, вот когда битва идет, она очень напряженная. О, Ядриан пассатижи. Ядриан пассатижи, давай. Есть! Ха-ха-ха. Будет тебе в меня стрелять! Красота! Высокоточные боеприпасы. Мелкий калибр томигон. Ага, крутой фиолетовый. Но у нас с тобой классное оружие, ничего не скажешь. Супер, супер. Потихонечку газ сближается, но нам надо двигаться, кстати. Ближе к центру. А то газ нас это красивую морочку нашу подпортит, в легкие наши, которые не дышат, залетит, и все, мы отравимся и умрем. Видел, как он на меня прыгнул? Это было прям эпично, прям круто. А тут раз и налетел на пульку, он же не ожидал, грудью принял смерть свою. Таксист, он бывший таксист, видимо, видишь, сколько такси стоит. Броня, броня, броня. Ай-яй-яй-яй. Ага, Тише. Попрыгала обезьяна. Ух ты. Тоже в невидимость ушел. Смотри, а я его видела. То есть, наверное, если бы я его все потеряла, да? Нет, вон вижу. Бляхская стена. Взял и исчез. Ой, залью себя я кровью. Полностью. Она, короче, вампиры тут в крови... Кровь не пьют, они в крови купаются. Мне кажется, я ему неплохо нашмалял, но он, наверное, тоже похилится. Это летучие мыши разведчики. 5 человек осталось меж тем. Неплохо, держимся. Я... О-о-о. Зайчики друг друга-то поубивают. А мы с тобой просто посмотрим. Делаем ставки. Ты против правого или против левого? Я ставлю на левого. Блин, красный дым. Скоро мы все встретимся в одной точке. Возле этой аркады, наверное, наша основная эта точка. Это обычный чувак. Че они там, блин, друг другу яйца, что ли, гладят, а? Ах, я банана! Не распыляйте меня, пожалуйста! Пошли нахрен в разнос. Да твою ж дивизию! Мы с тобой в нормальном кольце, трое. Ой, у меня прям поджилки трясутся. У меня аж прям сердце схватилось. Я прикинулась с папоротником. Блин. Тише.
тихо, сейчас все будет, сейчас все будет. Не торопи меня, не торопи меня, я в елочку спрячусь. Немножко, конечно, мне тут подлагивает, но ничего страшного. Двое осталось, двое осталось, двое осталось. Я и кто-то, ты и я. Мы друг... блин, страшно. Против кого-то сейчас, сейчас вылезет. Если я затащу, я себе шоколадку пойду куплю. Орео какой-нибудь. Тише, тише, тише. Не сбивайте меня, тихо. Мне страшно. Ой. Там кто-то был. Ловушка, да, на лавке? Ага, вон, вон, вон прячется за этим. За кустом ваш. Заинька такой. Видишь, его руку торчит или жопа, и ты его торчит. Блядь! Я ж... Ну, ё-моё, ну как так? Не видать мне теперь шоколадки. Ла-ла-ха-ха. А, ладно, неплохо поиграли. В любом случае, довольно прикольно было. Чё ты там наклоняешься, извращенец? Ты видел? Ты видел это? Капец, двоих убили. До конца дожили. Классно поиграли. В целом, прикольная игрушка. Посмотрели ее, поизучали. Конечно, разбираться еще фиг. И вот тучу времени. Я посижу, может, еще запись сделаю. Игра в раннем доступе. У меня немножко подлагивает. Но это, в принципе, ожидаемо. Но мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.